Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем выживать в Dying Light. После прохождения сюжетной линейки, в общем, бегаем, бродим, ходим, прыгаем и выживаем. Я, в общем, узнал, откуда падают эти наборы реквизиций. А наборы реквизиций, это сейчас мне нужно сбегать в старый город и там с определенных видов они падают, ну вернее с людей в определенной одежде они падают. Надеюсь, сегодня я выбью все 5, сделаю этот пистолет с глушителем, вот, и подуспокоюсь. Мне вчера в комментарии подписчик написал обратить внимание на игрушку Left 4 Dead. Вот, я внимание на нее обратил. Сегодня уже ее скачал. Ну, вернее, купил в Стиме. Она там скачивается или скачалась, не могу знать. У меня сейчас произошли некоторые неполадки с интернетом, когда я там стримил Готику. И чтобы время не терять... драгоценное, бесценное. Я вот решил погонять сейчас в Dying Light. Потому что там какие-то серьезные проблемы. Сколько времени потребуется на устранение, они не знают. Ну а сидеть просто и ждать погоды я не стал. В общем, надеюсь, сегодня мы все-таки сделаем этот пистолет с глушителем. Я, конечно, посмотрел на этот пистолет с глушителем. Нихера он из себя там такого. Я думал, там глушак как глушак-то будет такой. А там это, знаешь, банку какую-то из-под кофе напердолил, он надуло, вот и весь глушитель. Ну, мне похер, лишь бы бесшумно стрелял. А в идеале мне, конечно, бы хотелось, чтобы он не только бесшумно стрелял, а еще бы этих... ночных охотников уматывал. Вот это было бы классно. Это было бы чудесно. Ладно, но я сейчас пока топлю в старый город. Уже вечереет. Так, что там, говоришь, у меня есть наборы ЧС какие-то. А сколько у меня навыки? О, мне надо примерно на 110 тысяч сдать это. То есть должно быть у меня примерно 11 наборов, да? А у меня 3. Ну, это на 30 тысяч, это не серьезно. Поэтому этим... Чё? Там кто-то херачится. Да, и не буду я тебя высвобождать. Спасать. Есть у тебя... О, ну хоть что-то фиолетовое у тебя есть. Неужели? Хоть что-то есть фиолетовое. Так, я могу что-нибудь продать? Камуфляжные мачете. Я могу это продать. Так, я могу вот это продать. Это. Вот это. И... Нет, ты пока у меня пусть будешь. Давай. Мы в старый город. В старый город. В общем, тех людишек можно найти на случайных встречах. На случайных встречах. А, ну у нас уже как раз ночь, да? Так, сколько время? 20:23. Чё ты, как ты сказал? Чертеж стрелы, стрела, электро. Все не то, все не... А где мальчонка? Куда пацана дел, гад? Так, мы сейчас... Камуфляжные мачете. Улучшить. Собрать. Так, улучшить. F6. Чем я тебя могу улучшить? Король. А король у меня только один. Ну, черт с тобой, давай улучшим. Король.
Еще что есть? Нету. Так, мне надо на дамаг. На дамаг задира. Дуэлянт задира. Тогда. Свободный разъем. Тут еще что? Варвар тоже на дамаг должна быть. И на прочность, да? Так, а джаггернаут. А, джаггернаут серенький он этот. Тогда варвар. Дамаг сейчас будет. Ох, у нас прям шикарный будет дамаг. А, так, подтвердить улучшение. Да, я хочу улучшить. Ох ты, 1000 с лишним дамага. 1000 с лишним дамага. Так, вот это тебя надо снять отсюда. Вот сюда, чтобы ты мне тут мозг не путала. Так, и теперь я могу тебя еще собрать. Меч ангела. Меч ангела я хочу из тебя собрать еще. Чудесно. Итого у меня 1340 дамага он будет наносить. Я считаю, это просто шикарный для маг. Дамаг. Для маг. Дамаг для маг, да? Так, а что ты, я ж тебя купил, да? А, я ж продать тебе могу вот эту вот камуфляжную херню, которая мне не нужна. Все, сейчас. Да помолчи уже там, what you decide, what you decide. Все, минутка осталась. Наступает ночь. Но мы ждем до утра. Наступает ночь, но мы ждем для утра. Так, все. Ночной выживший. Ну, конечно, ночной выживший. Провалялся всю ночь в кровати, вот и выжил. Так, куда? Туда? Нет, вот туда. Легко в кровати-то выживать. Знаете, ничего сложного нету выживать в кровати. Так, давай посмотрим мне... Чертежи, задания, здания. Короче, надо... Черт его знает куда. Просто сейчас мы бегаем... Сейчас мы бегаем по городу. В поисках случайной встречи. Ну, именно той случайной встречи, которая нам нужна. Так. А кто тут? Где тут кто дерется? Ну это не тот, да? То есть это... Это какие-то эти дерутся, не те. Опа. И что тут? А мне понравилось. Слушай, мне однозначно понравилось. Блин. Так. Гуляйте. Не, ну мне... Мне понравился, однозначно понравился дамаг. Просто сейчас мне надо других найти. Сейчас мне надо найти других. Сейчас меня не зомби интересуют. И даже не люди Райса, как это ни странно. Меня интересуют совсем другие люди. Те, у которых есть чем поживиться. Так, вот там какая-то синька. Так, это опять эти там с разрушителем, да, дерутся? Давай мы вот так сделаем. Чисто по-братски. Вот и все. Там еще что-то взорвалось. Ну, это уже не моя вина, что-то там, если там что-то еще взорвалось. Так, вот сюда.
Так, что у нас тут? Херня, короче, да? А! Упал. Упала на пол, упала шляпа. И ты тоже упал. Так, ладно, раз я здесь, давай что-нибудь у барыги посмотрим. Ничего путнего, да, нету. А я продать что-нибудь могу? Я что-нибудь подобрал, какую-нибудь какашку. Да, в принципе, я дохера что могу продать, то есть, которые... Там всякие ценности, шкатулки, там всякую прочую херню. То есть я же это могу все продать? Могу. Просто не хочу, да, я продавать. Так, давай мы посмотрим, куда. Давай, наверное, вот, вот сюда попробуем сейчас сбегать. Вот сюда. Блин, мне и аптечки, в принципе, надо-то. У меня уже 10 аптечек, это тоже неинтересно. Блин, это, а чё ты? Вот так не можешь, что ли, с первого раза сделать? Тебя всему учить надо, что ли? Всему учить тебя надо. Изолента, а чё? Марля нынче не в почете. Так, а тут же барыга должен быть, да? Нормально. Хочет гиена, чертеж гиена стандарт. А есть у меня такой чё? Да похер, давай купим 600 баксов, чё нам? Ёпта, 600 баксов мы прям. Так, ты только не падай, ладно? То я знаю тебя, любителя падать. Отовсюду, откуда мне не это. И в голову не придет, что ты можешь упасть просто. Так, что тут такое? Окей. Ух, так. Осталось... А подожди, ну, походу я... Так, а вот эти трое, я помню, где-то вот здесь они прятались. Которые, помните, я... Меня это... Три чувака в черном были, они же где-то вот здесь вот прятались. По-моему. Которые меня там убили. Где-то, по-моему, в этом районе они были. И в этом районе их и надо искать. Которые потом, когда я это вернулся, они уже такие сыкливо сбежали. Где-то они были. А вот хер их сейчас вспомнишь. Короче, я вспомню, найду карту, на карте открою, чтобы посмотрели вы. А то, блин, у кого радио, по-моему, где-то где радио они были. По-моему, они были где радио. Хорошо, по стенкам бегаешь. Будешь прилежным учеником. Оп. А что случилось? Кто взорвался? Что за подлость такая? Мне вот что интересно, как они меня находят? А. Как меня вот эти крикливые твари, они находят меня, как? Радио. Или нет? Ну, ищи, продолжай искать дальше. Нам в любом случае нужно найти случайную встречу. Случайная встреча. Вот это место, по-моему, было. Да, да, вот оно, это место. Вот, ребят, короче, вот здесь вот можно нарваться на случайную встречу. Будет три чувака в черном.
Это вот как раз те чуваки, с которых наборы реквизиции падают. Но сейчас их здесь нету. Мне сейчас их надо искать где-то. Хер пойми, где их надо искать. Вероятность... Блин, если бы можно было его этой кошкой бы подтянуть. Вообще было бы отлично. А, он сам упал, да? Ну ладно, что-то. Я к тебе только в гости собрался, а ты... Опа. И упал. А ты взял и упал. Так. Если бы выработать... Так, вот что-то тут есть. Все? Давай, бабки. Так, ну... Конечно, ты не тот, которого я хотел увидеть. Мне нужны совсем другие ребята. Совсем другие ребята нужны. Так, это безопасная зона. Ультрафиолет и все такое. Но это, в принципе, тоже. Так. Там... Ну это опять эти здесь дерутся там. Кто там, разрушитель или кто он там? То есть им же, сука, заняться тогда нечем там. Постоянно там с разрушителями херачатся. А, ну вот он, да, он. И этот он там, какашник, плюется этими. Короче, ты опять тоже, ты не то. А вон водоросли красные, с которых можно сделать шизобомбу. Ну-ка, я сейчас... Давай-ка прыжок веры сделаем. Хорошо. Рыбка, рыбка. Вот еще. О, это осетр, что ли, там плавает? Для осетра-то, наверное, это теплая вода. Они же вроде в холодной живут. Конечно, я правда, херовый знаток рыбы. Поэтому могу и ошибаться. А могу и нет. Поэтому, если знаете, где живут осетры, ну, напишите тогда в комментах. Ух. Ох-ох-ох. Так. Смотри-ка, какой он этот. Бронебойный. Я его на таран взял, а он как бы это... Он даже не понял, что я его на таран взял. Он такой... Типа, а, и чё? Мол, чё ты хотел, да? Так, бичевка. Так. Сука, где же вы можете прятаться-то, а? Где же вы можете прятаться-то, черти? Черт, чуть не упал. Так, тут колючка, и тут колючка. Так, а тут... Странно, пока не зайдешь, не это, не увидишь, что там... Что-то есть. Тут поспать можно там, да, поесть. Ну, так, тут выход есть у нас? Нет, значит, опять в обратку. И вот сюда только, да? Ну, опа. Первый готов, второй готов.
этот слазит, да? То есть ты что, еще и там с мозгами, что ли, попался зомби? Думающий там, да? Ох. Думающий зомби — это херово. Так, а тут же где-то в старом городе есть этот, пасхалка на костюм Pizza Suite, который маленечко там парить помогает вам. Так, что у нас тут? В общем, блин, я думал, там высоко будет. Хотел это обыграть как самоубийство, а там... А он хер-то там не разбился. Самоубийство отменяется. Отменяется самоубийство. Так. Опа, вот тут. Нормально. Типа со строительных лесов упал. Меня там не было. Я вообще знать ничего не знаю. Слушай, хороша дубина. Хороша мачете. Вперед. Хватит гонять. Фу, блин. Сволочь. Короче, если я этих найду, уродов, их только будет трое. И я получу только три набора. Соответственно... Не, ну там человек рассказывал, как потом надюпать еще. Но он рассказывал про то, как надюпать 50. Для того, чтобы костюм там какой-то этот... получить. Так, давай. Опа. Ну такой... Ну те же, что, мама не говорила по краю не ходить, что ли? Ёб твою мать. Вообще на крышах, чтобы это... Тебе в детстве не говорили? Ну, ты же к чему это приводит? Так. Писовщик, так. Вот они они, скотобазы эти, вот они они. Вот они, суки. Сука, мне это сейчас нельзя сдохнуть, мне надо... Вы мне нужны. Подлюки. Вы мне нужны. Блять, ты тварина. Сука, ты какой бронированный. Ладно. А. Стопы. Где-то еще один там ходит. Блять. Да мне похеру на выжившего. Мне вообще похеру. До фиги, до пизды, до фи... На выжившего. Мне бы самому сейчас выжить. Так, а пистолет? Пистолет. Не, ну если я с автомата его там убивал так долго, то, блядь, с лука это вообще не дело. Так, я знаешь, что хотел с лука сделать? А по-моему, все, да, я его, по-моему, прикончил. По-моему, я прикончил их, да, ребята? По-моему. Так, теперь главное мне этих трех мудаков обыскать. Первый. Второй. Третий. Отлично. Осталось два.
Отлично. Выживший сдох. Ну, это проблемы выжившего были вообще, понятно, что он сдох. Вообще... Отлично. Я, главное, 3 набора уже на реквизиции нашел. Так, еще мне нужно найти 3. Еще теперь нужно найти 3. А в идеале мне сейчас нужно найти безопасную зону. И в безопасной зоне сделать аптечек. И вот как раз там что-то есть по горизонту, что можно превратить в безопасную зону. Подожди, ну сперва мы вот это откроем. Три есть, отлично. Не, подруга. Ого. Спайдермен отдыхает, блядь. Так, надо вниз будет спуститься. Подожди, а что там вон происходит? Что за свет мигает? А здесь куда? Черт его знает куда. Как-то где-то показывает, что вот сюда надо, да? Типа вот сюда. Бля, ты чё? Через стены ходишь? Отвали от меня, не надо меня обжигать. И что? Так, тут еще есть зомбаки, да? Есть зомбаки. Они внизу. Ты чё меня так пугаешь-то? Я, блядь, аж обосрался. Так, а нахера мне вот этот синий автомат? Охереть, блядь. Ты... Стой, куда? А где эта жаба прячется? Не, я вас слышу, я слышу, что у вас здесь много. А вот идет первый. А вот еще идет. О, статуэтка, хорошо. Хорошо, статуэтка, это хорошо. Фу, слушай, тут вот так вот, если все обыскать на предмет наличия, отсутствия, присутствия статуэток, это ж прям офигеть можно. Так, это мы. Так, первую дырку заделали. Уже радостно, да, стало? Так, здесь мы... А. Так, и там кто-то матюгается. Где? Вот там? Ну, там ты не матю... А, подожди, я свет включил, да? Я включил свет. Мне интересно, куда эта жаба-то делась? Так, вот подо мной кто-то. Подожди, это подо мной или надо мной ходит? А, ну если подо мной, то я вот так. И вот тут еще кто-то. А, вот еще. Блин.
Угу. Вот она, эта жаба. А ты... Ты что, убегаешь от меня, что ли, жаба? А, все, безопасная зона разблокирована. Хорошо. Фу, так, ну, я очень рад, что мне удалось 3 набора найти. Ух ты, спишь? А, нет, не спишь. Чуть татуировка, что ли, у тебя тут? Ну да, там татуировка какая-то у нее. Так, и тут есть что интересное? Так, ну раз безопасная зона разблокирована, то здесь, значит, уже все чисто, да? Тут бояться нечего. Поссать нельзя. Что-то сколько я бегаю, ни разу. Ты не ссал, да? Ну, нету тут такого еще мода, значит, на то, чтобы ты ссал. Так, а что теперь, как мне отсюда выбираться-то? Здесь кошка-то не работает. То есть на сюда, потом сюда. Вот так. То есть вы мне предлагаете таким способом отсюда выбираться. Ну ладно. С вами ж не поспоришь. Кто я такой, чтобы спорить с вами? А, я же хотел в безопасной зоне наделать аптечек. Вот что я хотел. Аптечка. Их 8. Лечебный рецепт Софии. 2, 5 могу сделать. Давай сделаем аптечек. Марля же у нас все равно на ней это. Больше, по-моему, нигде не используется. Поэтому ее можно. Вот, хорошо. Так, инвентарь. Вот эту надо. Сюда убрать, чтобы у меня, хотя какая разница, да, вот по сути там же что синее, что оранжевое, у них урон одинаковый. Это я же вышел все из безопасной зоны. Чё ты меня это-то? Эй, что случилось? И мачете. Да я уже понял, что я из безопасной зоны вышел. Так, мне еще нужно. Но я боюсь только, что у меня 20 патронов. На этих. Не хватит. Чудесно. Обожаю вот эту. Так, вот еще смотри. Здесь надо наверху где-то. Сильно интересно, высоко или нет. Теперь внизу. Вали нахер. Так, а ты один здесь, что ли? Ты все? Возьми это, будь другом, знак предательства от всех нас. Спасибо. Так, ты мне лучше знаешь, что покажи, где есть еще наборы реквизиций. Мне еще надо 2. Я пойду делать пистолет с глушаком. А после того, как я сделаю пистолет с глушаком, моя цель будет выполнена. А после выполненной цели я пойду играть в новую игрушку. Вот оно как все, понимаешь, сложно просто. А, ну там опять со здоровяком они бодаются, эти дурочки. Хоть бы раз со здоровяка бы умотали. Сколько раз они все там. И постоянно здоровяк им наваливает и наваливает. Даже как-то неинтересно.
Да-да, я тоже тебя рад видеть. Так, это зона безопасная. Хорошо, прям так. От колена. Чё, не пролазишь через решетку, да? Разжирел, собака. Да рад я тебя тоже видеть, на. Чё ты ко мне со своими обнимашками-то прёшь? Обними мою ногу. Точнее, поцелуй мой башмак. Так, а вот еще зона безопасная там должна быть. Башку в канализ... Этажом ниже сбросил. А ты откуда взялся? Ну, ты там догорела, нет? Ты еще живая? Охереть, блядь, баба Терминатор. А как ты залез-то? Ты ж внизу там стоял. Опа! Ребятки... А, блин, это... А, это зомбаки, я думал, это эти-то могут сейчас оказаться. Обрадовался раньше времени, думал, эти... А это зомбачеллы. Ну, с зомбаками, конечно, разговор короткий. Прям с пыра ей. И этому также. Так. Сообщение еще какое-то. Я тебя что, потревожил, что ли, там? Посрать тебе не дал? Че ты злой-то такой? А? Так, где мне включить тут проводку? Что тут у тебя? А, вот. Подумаешь, там тебе посрать не дал. Посрешь в другой раз где-нибудь. Сидел бы там тихо, спокойно, жив остался, посрал бы нормально. А теперь все. Не посрал и сдох. Вообще прям беда бедовая, да? Стрика, еще статуэтка. О, мне прям сегодня на статуэтке-то прям пруха. Так. Ты что тут? Алкашня, напился и блюешь? Тварина. Вали нахер. А, это опять я сюда вернулся, да? Это я опять... Я что, уже круг, что ли, сделал? Обежал вокруг, получается. Смотри-ка, вон тут по стене, по там. Какие они целеустремленные-то эти зомбачелы. Блин. Целеустремленности и меня откажешь. Да, блядь, опять где-то музыка на всю колбасит. А, это этот полудурок, блин. Это этот... Типа там я ясновидящий. Я вижу, ждет тебя там дорога дальняя. Встретишься с врагом своим заклятым. Корону снимешь с короля. И в общем вся, все в таком роде. Роде ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, блядь. На тебе. Меч ангела решает. Так, и чё? Куда? Кого? Самое главное, зачем, да? Зачем? Кореша.
Да и не пойду я с вами бухать, отвалите нахер. Сколько можно уже ко мне приставать? Чё там? А, это этот. Мазафакер. Ты мне не нужен. Оба, это ты чё сделал? Так, это... А вы с кем дрались-то тут, я не понял. Это чё, две группировки зомби разные, это, встретились какие-то противоборствующие, да? Которые друг другу там торец хотели начистить. Ну вы видели, они просто махались, а там сами с собой что-то. Я не видел там ни выжившего, никого. А чё ты на самый верх-то лезешь? Зачем? А, вон там дурило этот. И чё, что там этот дурило? Так, а это что за... Это... Парковка, да? Или это отель? Блин, да неохота, ну, неохота, ребят, мне по вот этим вот шарахаться, блядь. Стоп, подожди, по-моему, вот они. Троица, это еще там должна быть. Если я не ошибаюсь. Это... А, нет, это Раисова, мудаки. Слушай, дружище, вот так, давай мы... Это, по-моему, это Раиса, гады. Вы мне как бы... Я помог тебе. А где спасибо? Вот так и помогай. Мудакам. Это Раиса, люди. Эти мне как бы... Эти мне не так сильно интересны и важны, и нужны. Так, надо коктейли Молотова поделать. Коктейль Молотова. А, так, так, коктейль, 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 вот. А, я могу аж 20 штук сделать, да? Бечевки натаскал. Уже хорошо. Маленечко оставим. Так, еще 5 наборов, и все. И можно... И можно... Ой, каких 5? Математик ты херов. Так, стоп, надо. Вот так надо. Блять, опять не долетел. О, вот так вот надо было мне. Заметьте, я вас не звал. Кирпич? Оба. Слушай, я первый раз кирпич вообще поднял. Прикольно. А чё, почему все нельзя поднять? Ну-ка. Во, еще смотри-ка. Блять, промазал, но все равно ей это... Что-то там в башне... В башню ей прилетело, в ее бестолковую. А да нахер ты мне половица это нужна? А? Я что с тобой делать должен? Половица. Половица, половица. Так, я ж тебя не взял, да? Не взял, ну это хорошо. Ну-ка. Охренеть. Ну-ка. На башку кому сейчас скинуть? Ну-ка, вот так вот. А, прикол, смотри, ебать. Ну-ка, вот так. Опа. Да черт, блядь, не долетело. Прикольно. Так, там...
Один. Там нет, это не то, это не то. Это все не то. Хотя вот он показывает, что это там типа встреча, да, какая-то. Ну какая там встреча, чё? Ну пойду я сейчас того здоровяка завалю, и что? Чё мне от этого там? Согреюсь, мне холодно, жарко станет. Вообще никак. Да ёб ты, ты снова здесь, что ли? А чё ты? Освободи мне дорогу. Ну ладно. Ну-ка вон туда. Не-не-не. Так, я слышу, что здесь кто-то ходит. Я тоже тебя рад видеть, старый друг. А кстати, как тебя зовут? Я что-то не припомню тебя. Тоже надо сламывать. Так, а сколько у нас, кстати, время-то? Время-то, может, уже и пора гаситься, прятаться куда-нибудь. Скоро будет пора. Оба-на, марля. Наконец-то закрыться. Тут можно, хоть можно закрыть. Это уже хорошо. Так, и что? Угу. Одна серая херня. Одна серая фигня. Так, где мне еще? Где мне еще троих? Ты как там, цела? Цела. А, не успеют, не успеют, блин. Блин, фигово. Так, а где я показывал-то тогда? Ох, так. Где? Где-то... Где-то здесь, да? Может опять сбегать туда проверить? Может появились они там? Они же где-то должны это... Появляться, эти уроды. То есть у них же несколько мест регенерации. То есть... Одно я их... В одном я их убил. Теперь надо второе найти их место. Просто я переживаю, что этих патронов мало.
Со всеми с ними. Так, а почему у меня пистолет Раиса я? Пистолет Раиса. Вот, а доска с гвоздями вот так. То есть он так вот тоже хорошо шмаляет. Почему он у меня вдруг убранным оказался? Вот, 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 смотри-ка, смотри, трое, да? Или... Да, блядь, какой раз я уже на этих попадаюсь, подлавливает меня. Ну, тут нету никого. Тут нету никого. А, хотя, подожди, я не в ту сторону, да, прибежал? Здесь барыга, тут и не должно быть никого. Так, продать что-нибудь можно тебе? Давай, вот винтовку одну, вторую, вот эту продадим. А это все мы оставим. Барыга. Похоже просто на ту, где они должны быть. Блин, вечереет уже. Вечереет. 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 Да нет, ну... Так, живет Америка с Европой. Так. Изолента. Тоже дело. Так, что здесь? Подожди, сумка. Статуэток тут не видно, да? Ну ладно. Не видно, так не видно. Не то, что мне прям бы очень хотелось статуэтку тут найти. И, тем не менее, мне было бы приятно. Тоже всякая херня, тоже всякая херня. Ничего путнего нету. Что ж вы... такие херню всякую предлагаете. А ты колючка. Все, сколько время, блин, сука. Да мне охота в этой серии найти эти наборы уже. Последок. Чтобы уже потом со спокойной этой совестью играть в другую игрушку. Что типа все, цель выполнена. Можно спать спокойно. Сколько вас тут? Ждем до вечера и ждем до утра. А с утра, я не знаю, может, надо выйти, зайти в игру, тогда не это.
Реснуться получится, может обновиться у них это место их дислокации этих упырей-то. Сколько вас там? Да? Так, тут что там такое? Вот они, они. Вот они, нашел. Блять, не то. Или нет, или не нашел. Или тебе показалось. Ну, это трое. Это трое, и они без заложника. А те должны с заложником быть. Скорее всего, значит, это Раиса люди просто. Скорее всего, это просто раисовские люди. Ну да. Это всего лишь навсего Раиса люди. Эх, не тех нашел, ладно. А счастье было так близко. А сколько радости-то? Сколько радости? А это всего лишь бандиты Раиса. Не, ну тут должно быть как минимум какое-то оранжевое оружие. Зачем прятать сундук? Очень трудно. Какое-нибудь говно, правильно? То есть как минимум должно быть оранжевое оружие. Как минимум. Так. Ну что? Оранжевое, но не оружие. Да уж. Блин. Так, кошку верни на место. Был я тут или не был, хер поймешь. А, ну, по-моему, я был тут, да? Да, по-моему, я был. Мед, пиво пил, по усам текло, да, в рот не попало. Гвоздики, это хорошо. Гвоздики, это хорошо. Нормально. Отлично.
Как же вы мне надоели, крикливые эти. Одна кричит, другая сифак какой-то распространяет. Ну что это? Что это в самом деле-то, а? Трейд. А там вон барыга сидит. А там сидит барыга. Ну-ка давай, барыга, что ты тут предложишь? Ножку прошла. Яростный нож кукри. Ну как бы дамага-то у тебя не так и густо там, да? Поэтому яростный нож кукри, ты мне не интересен. Камуфляжный мачете. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. 21 тысяча. Ну, у меня же есть пока мачете, да? Да не, что-нибудь. Что-нибудь оранжевенькое бы взял. А твое. Фиолетовое. Тем более, которое у меня уже есть. Фиолетовая. Слушай, ну что такое? Ну где? Так, я, по-моему, бегаю кругами. Давай мы вот сюда вот пробежим. А то я что-то бегаю, бегаю и понять не могу, куда мне надо. Офигеть. Офигеть, да? Просто. Сразу там. Несколько тысяч очков. В ограде. Так, ну... Ну давай. Еще. Еще одна случайная встреча. Так, а там что, желтые стоят? Это Раис охраняется. Раиса, головорезы там охраняют, стоят желтыми, отражаются. Да? Ну, Раиса там... Мудаки мне тоже не нужны. Так, надо скушать аптечку. Thank you.
Не, ну подожди, а где это? А где этот? А, вон. Так, это отпадает, это не то. Это снова не то. Но, пожалуйста, еще одну встречу, еще одну встречу. Подходи. Не стесняйтесь. Подходите, не стесняйтесь, ребятки. Ой, а куда ж ты? Куда ж ты? Так, а там у нас... А там, по-моему, этот у нас, да? Музей. Ух ты! Соскучилась, да? Соскучились, что ли, вы, да? Я не понимаю, что вы так? Оба-на. Охренеть, надо свалить куда-нибудь. А, куда тут свалишь-то? Падлы эти. Хрен куда свалишь-то от таких поклонниц сумасшедших. Так, я снова в городе. И здесь ты меня нашла. Вы что, вокруг оббежали, что ли? А. Ой. Упыри. Все. Пропало желание дальше меня преследовать. Блять. Короче, можешь Раиса этих мудаков полупить. Хоть наборы эти пособирать. Хотя наборы-то я смогу нафармить запросто. В этот сгоняю. В отель Три Дракона или какой он там. И все, и
отбил. Неохота просто еще одну серию снимать, чтобы эти наборы собрать полностью. Как бы охота уже маленечко разнообразить что-то. Потому... О, статуэтку нашел хоть, ладно. Не зря плыл. Точнее, доплыл не зря. Трудно. Смотри, там трое. Трое и заложник. Трое и заложник. По-моему, это то, что мне нужно. Так, трое и заложник. И наверху, да? Блять! Сука! Прошу прощения за... Блять! А, вон они еще там! Они еще там! Где? Где выход? Выход, выход, падла! Где у тебя выход-то? Ёбаный ты козлина! Они еще там! Давай! А почему вы еще выжили до сих пор, козлы такие? Так. Так, так, так. Так, давай без глупостей. Давай без глупостей. Чё там, ты где? Так, а вы где, блядь, прячетесь, мудаки? Так, стопэ, стопэ. Давай мы вот так сейчас сделаем. Я аж это... Мне вас надо задержать, и похуй мне на заложника, пусть он сгорит, нахуй. Раиса пистолет решает. Все. Пацаны, я это сделал. Я собрал наборы реквизиций. Я принес в жертву заложника. Но я собрал. Нехороший я человек, я понимаю. Я пожертвовал заложником. Все ради того, чтобы собрать. Чтобы достигнуть, добиться цели. Ну, что я могу сказать? Заложник просто оказался не в то время и не в том месте. Вот и все, что я могу сказать. Все, делаем пистолет с глушителем. Вот она. Так, давай, давай. Бесшумный. А, мне ж надо пистолет. А я как раз в безопасной зоне. И я смогу здесь взять себе пистолет, да? Он же у меня вот здесь лежит. Немецкий пистолет. Какой вот из них выбрать? Вот этот или вот этот? Давай вот этот возьмем. Нет свободной ячейки тогда. А, значит, ты мне говоришь, что нет свободной ячейки. А мы же можем вот это вот мощный нож кукри сломать. Ножовка Кранца. Вот это можем сломать. Винтовки этому продать мы можем. Вот так вот. Раз, два. А что у тебя купить тут есть? Ничего, да? Путь, ну, ничего путнего я имею в виду купить. Ничего у тебя путнего нету. Так, покупаем. Все, и делаем. Делаем. Делаем, делаем. Бесшумный пистолет. Бесшумный пистолет. Огневая мощь 159. Столько страданий, столько мороки. Ну, давай посмотрим, что ты за бесшумный пистолет. А, у меня же патронов-то, наверное, не осталось там, да? Патронов-то, наверное, не осталось на пистолет.
похеру вообще, хоть визуально посмотрим, что это такое, за что я вообще боролся. Вот он, бесшумный пистолет. Сейчас мне нужно найти жертву, в которую я бесшумно выстрелю. Очень трудно, давай. То есть здесь будут патроны лежать для пистолета, да? Так, нет, не хочешь, да? Одна осталась, я открыл. А, нет, тут мешочки. Тут мешочки. А. Ну, он тихо, да, тихо стреляет, ничего не скажешь. Ничего не скажешь, стреляет тихо. Что уж тут. Не зря я этих дурачков покрошил. Все, цель достигнута. Цель достигнута. Сейчас уходим. А хотя что тут, уходи, не уходи в безопасную зону. При загрузке я снова окажусь там. Ну все, ребята, я цель достиг. Бесшумный пистолет наконец-то я смог сделать. А, теперь, ну, сюда я еще вернусь. Есть дополнение Following, которое тоже очень интересное, которое стоит пройти. Сейчас я, как я уже говорил, я скачал себе Left 4 Dead, первую, вторую часть. Я сейчас начну прохождение их. Периодически буду поигрывать. Ну, а и в Dying Light, может, перерывчики буду делать. Буду заходить в игрушку играть. В общем, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, какие-нибудь там предложения, пожелания. То есть, про разные игрушки, какие годные вы знаете там, да. Вот, а на этом сегодня все. Всем пока и до новых встреч.